Югорчане выиграли медали чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту. Состязания сейчас проходят в Саратове. Накануне спортсмены боролись за звание сильнейших в подъеме по штурмовой лестнице. Отмечу, мужчины поднимались в окно 4-го этажа, женщины 2-го. Также на старт вышли юные спортсмены. Так, среди юниоров лучшим стал югорчанин Никита Козлов. Медалью отметился и Антон Маслов из Нефтьюганска. У него бронза.